центре. В Назране, в центре «Мой бизнес» прошло награждение. Прошедшим обучение вручили сертификаты. Будущие предприниматели получили консультацию, освоили азы ведения бизнеса. Сейчас им уже не нужно переживать из-за тестирования. Оно позади. Тренинг «Азбука предпринимателя» для этой группы проходил на протяжении 5 дней. За это время они узнали, какие шаги необходимо предпринять с момента формирования бизнес-идей до регистрации самого предприятия. Очень комфортно обучаться в данном бизнес-центре, потому что здесь оборудованы кабинеты полностью. От высокоскоростного интернета до оборудования все присутствует. Персонал очень вежливый. Готовы помочь тебе по любому вопросу, сориентируют тебя, подскажут то, что ты не знаешь. И в целом обучение, именно формат обучения подходящий, то есть очень удобное расположение. С тестированием все справились успешно, а значит, настал момент для самого главного – вручения сертификатов. Оценить свою идею, разработать собственный бизнес-план, научиться планировать финансовые расходы. И как итог, разработка и написание бизнес-плана предприятия. Теперь на руках этих ребят сертификаты, которые откроют им новые возможности. Получилось это благодаря подписанному соглашению между региональным Минтрудом и центром «Мой бизнес». Сертификат о том, что он прошел обучение, дает право получения социальной защиты в рамках нашего проекта, как соцконтракт. И далее участие в других ведомствах, в частности в Министерстве экономического развития региона, при подаче на грант на основании этого сертификата они также могут получить грант на поддержку своего бизнеса. Лицензирование, обучение, маркетинговое сопровождение – вот основные задачи центра «Мой бизнес». Сюда обращаются не только за консультацией по привлечению инвестиций, так и для помощи в других вопросах. Все это сделано в первую очередь для самих предпринимателей. Хава Гагиева, Султан Булгучев, Магаз 24.